Привет! Сегодня мы с тобой вернемся во FNAF 7 Ultimate Custom Night, где ты увидишь аниматроников из своих кошмаров. Таких страшных аниматроников, я уверяю тебя, ты еще не видел. Это будет реально круто, страшно, так что если ты не боишься, то ставь лайк прямо сейчас. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали играть! В этот мод автор решил добавить очень страшных, наверное, самых страшных пока что из придуманных аниматроников фанатских. Это, не знаю, мега-кошмарная Чика, мега-кошмарный Бонни, супер-кошмарный Спринтрап, также ужасный отвратительный Балун-бой с кучей зубов. И, конечно же, это Спринг-Бонни зубастый и, возможно, это Фредди. Ну, похоже, по крайней мере, на медведя. И еще есть Фокси. Фокси тоже очень страшный, но мы на него посмотрим отдельно. И марионетка. Мега страшная криповая марионетка. Давайте так, давайте посмотрим сначала всех аниматроников по одному, посмотрим их скример, посмотрим, как они приходят в офис, а потом уже поиграем против всех. Погнали, начнем мы с первого аниматроника, это максимально криповый страшный Бонни. Давайте поставим его на 20 и сразу начнем ночь. Я надеюсь, ты готов, потому что скримаки будут нереально криповые. Ну посмотрим, посмотрим. Мод очень годный, я знаю этого автора, он делает реально крутые моды, поэтому нас ждет море страха и, возможно, веселья. Ну давайте посмотрим. Значит, это у нас типа Бонни. Ждем, ждем, пока он придет. Можно пока попикать на пасхалку. Что ж там еще делать-то здесь? Старый дроп... Старый добрый Ultimate Custom Night, вот, друзья. Я надеюсь, вы рады, что я вернулся в эту игру. Спустя столько времени моды делают пачками, но как бы я смотрю не все моды, опять же, потому что некоторые из них не очень, некоторые из них очень крутые. Вот, например, этот мод я сразу решил сегодня записать, потому что, ну, это просто отвал башки. Я не знаю, ну, мы уже играли с вами в игру с этими страшными аниматрониками, но они там показаны, ну, не так прям то, чтобы хорошо. Так, вот, идет, идет! Офигеть, смотри, какой-то криповый! Маска! Не успел! Блин, это было так круто, ребята! То есть он выходит, его было видно полностью. Его было видно полностью, он весь дырявый, весь с шипами, с зубами, везде. Это жесть! А скримак какой странный, блин, мне понравилось, это круто. Хорошо, это первый аниматроник, который мы смотрели, это зубастый, кошмарный, ужасный Бонни. Просто упырь всех аниматроников, а это Чика. У нее вообще глаз нет, у нее там зубы вместо глаз, я не знаю, как у нее там поместились зубы, но хрен бы с ней, давай посмотрим. Я, мне кажется, такую Чику даже в KFC не возьмут. Если она туда придет, ее нахрен выкинут оттуда. Или разбегутся все просто. В страхе и в ужасе. Потому что, ну блин, такую Чику увидишь, ночью обосрешься. Потом в конце видео обязательно сделаем голосование, кто из этих аниматроников был самым страшным. Ну, ты там проголосуешь в комментиках, а, напишешь. Только сейчас не пиши. Мы еще не посмотрели всех аниматроников, вот всех посмотрим, потом напишешь. А то сейчас пойдешь писать, что самый страшный Бонни, а еще с остальных-то не видел. Ну ладно, Бонни окей, страшно, у меня внезапно было, я думал, я успею одеть маску, и типа он, ну, как бы, меня не напугает, но не тут-то было, он хитрожопый. Хорошо, что они быстро приходят, это прям кайф. Я представляю, как мы будем выживать, когда они всей толпой будут к нам приходить, может быть, у нас получится выжить, может нет, посмотрим, но это реально криповые аниматроники. Ждем Чику, Чика придет, получается, у нас слева. Чика придет слева. Давайте сразу в левую сторону смотреть, чтобы она такая выходит, вся на понтах, да? Ее из KFC выгнали, она пришла к нам. Вот она, идет! Ля какая стрёмная! Какая стрёмная Чика! У нее даже на голове зубы, блин! Офигеть! Она угорает над нами. У нее зубы, блин, на башке! Какого хрена, Чика, что? Тебя это, жизнь трещину дала, что ли? Откуда у тебя на голове зубы-то выросли? Это как, знаешь, если растет зуб мудрости, а у нее, не знаю, зубы мудрости, древности, старости египетские, там еще не знаю. Что за дичь? Мне кажется, акула, увидев тебя, она просто будет плакать, потому что даже у нее нет столько зубов, сколько есть у Чики. Хорошо. Круто, круто. Давайте смотреть на Балун-боя. Он тоже жуткий, тоже криповый. И как бы давайте. Давайте, погнали. Он должен сразу появиться в офисе. Прям резко, внезапно. А мы должны планшетик, ага, теребонькать планшет будем пока. Охраннику что делать? Он сидит в офисе и теребонькает планшет. Что ему еще делать? Типа скучно в офисе, ничего не происходит. Вентилятор дует. Вот сейчас, например, знаешь, вот актуалочка. Сейчас жара, лето, вентилятор. Я даже отключать его не буду. Вот понимаешь, вот смотри, смотри, я выключаю вентилятор. Вот скажи, тебе стало жарко? Вот чувствуешь, да, ты сейчас жарит, прям вот солнце печет, вот жарко стало, да? Вот сейчас смотри, включаю.
Ой, прохладно стало, да, сразу? О, видал? Это интерактивное видос, видишь, это... Короче, все работает, видишь, прохладно стало, отвечаю. Ты там еще помахай на себя, чтобы это, эффект присутствия был, вентилятора. Эффект присутствия вентилятора. Нет, ты, короче, смотри, я вот сейчас выключаю, ты перестаешь махать на себя. Перестал, все, жарко стало, все, я включаю, махай на себя. Видишь, работает, а ты не верил, видишь, что все охлаждает, нормально. Это новый уровень погружения в мои видео, нормально. Так, робот, ты там не выпендривайся, мы смотрим на Балунбоя. Балунбой, слышь, выходи. У нас прохладно, хорошо, дует ветерок, нормально все. Да ты вообще пошел вон отсюда, слышишь ты? Я вот, ты вообще не это, не нужен нам сейчас. Летает тут, разлетался. Так, подожди секундочку, а где Балунбой-то? Балунбой, давай быстрее, слышишь? Нам еще куча аниматроников смотреть, сейчас ты вот будешь нам задерживать. В очередь вставай там быстрее, нас пугай и все. Чтобы мы прям обосрались, давай. По-любому же будет какой-то жесткий аниматроник, который нас напугает до усрачки. Это вот 100 за 200. Может быть, это будет спринтрап, фиг его знает. Так, быстрее, Балунбой, у тебя очередь или что? Ты там опаздываешь, что ли? Ты где? Собака сутулая, ты где? Ой, зубастая жопа, может его видно на камеру? Подожди, надо подержать планшет. Сейчас все будет. Мы типа такие, короче, сидим. Правильно, мы сидим, никого... Опа, опа, здорово, он обнимашки хочет! Маску одел! Я случайно одел маску. Он, короче, стоит, хочет меня обнять, прикинь. Балунбой, ты дурак. С тобой обниматься никто не будет, ты это слышишь? Сходи к зубному, я не знаю, он тебе вырвет половину зубов. Тогда, может, еще я подумаю, буду ли я с тобой обниматься. Ты совсем дурачок, нет? Капец, у него зубы со всех щелей торчат, возможно, даже на руках. Еще проткнет меня ненароком. Не-не-не, Балунбой, сорян. С тобой обниматься я не буду. Окей, погнали, спринтрап. Максимально страшный, криповый, вонючий спринтрап. Погнали. Ну давайте, давайте. Это уже четвертый аниматроник. Ну Балунбой мне понравился. Стоит, обнимашек хочет, а мы его не обнимаем. Нафиг надо. Нафиг надо его обнимать. Фу, пошел нафиг. Спринтрап лезет. Он лезет. Он от меня пошел. Хорошо, иди. Давай по сокращалочке пойдешь. Вот понизу здесь, ага. Чтоб быстрее, давайте. Это тут как бы ну все, пошел в обход. Дурачок ты, я ж тебя на 20 поставил. Ты же мог сократить путь. Ты еще вообще не ориентируй. У тебя GPS-то включи себе. Включи себе. О, разогнал. Ля-ля-ля-ля, бежал. Сейчас он будет думать, куда повернуть. Давай здесь, понял? Да что ж такое-то, а? Ой, спринтрап! Короче, ему надо встраивать навигатор, потому что он тупой. А, ё-моё! Надо... Я напугал себя планшетом. Блин, меня планшет напугал больше, чем кошмарные криповые аниматроники. Я хотел нажать на кнопку, случайно закрыл планшет. Так, тут один поворот, тут развилки нет. Давай, поворачивай. Давай. Да слышишь, ты жирная дура, мне спринтрапа надо смотреть, выйди отсюда. Вышла отсюда, тут занято, слышишь, ты тут спринтрап идет, кошо, сейчас тебе жопа откусит твою и пуговицу в рот засунет тебе, поняла? Вот что начало, вот кого она мне добавила? Спринтрап, давай быстрее, спринтрап, у меня тут это, форс-мажор там, я не знаю, какой-то красный, приди, напугай меня быстрее. Во, во, ля-ля-ля, смотри, ля какой, ля сидит, зубы скалит собака, давай, вылазь, 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 все, давай, раз, два, три. Мне показалось, или у него под маской был череп? У него под маской был череп! Офигеть! Это спринтрап с черепом под маской. Ну, неплохо. Неплохо. Ну, отсюда даже видно, да? Круто, круто, мне понравилось. Особенно, когда он сидит такой в вентиляции и скалится собака такая. Ладно, хорошо, смотрим медведей. Точнее, не медведи, зайцы и медведи. Я, вот это же спринтбонни. Это похоже на спринтбонни. Ну, погнали. Сначала его посмотрим, потом второго посмотрим. Надо все в очередь, вставайте, пацаны, мы вас посмотрим всех. Спринтрап прикольный, но он не такой страшный, как все остальные. Вот, блин, меня напугал Бонни. Меня напугал Бонни, я не знаю, сейчас вот кто-нибудь меня напугает, будет классно, конечно. Вентилятор я выключать не буду, жарко. Жарко, чтобы вам было не жарко, и все, нормально. Так, они должны прийти посмеяться мне в ухо, вроде как. Они ж так работают, эти два дебила, которые в дверях там приходят, короче, их же не видно, они их только вот тут видно. Они должны угорать. Пацаны, я вас жду, давайте, смейтесь. Вот он. А, это кто? В смысле? Ты-то кто такой? А почему вас двое-то? Почему вас двое? Я одного ставил, алло, вы чё? Так, погоди, я чё-то... Ах ты, диди хитрожопая, она мне поставила... Серьезно? То есть это настолько рандом, смотри, она реально мне поставила Фокси. Офигеть, они вдвоем пришли, диди, ты чё творишь? Диди мне, короче, она сбила мне вообще со всего. Ладно, окей, мы посмотрели скримак, тот, который нам нужен, кстати, это хорошо. Все, я убрал Фокси, мы на него потом еще раз посмотрим, мы скримак-то не видели. Смотрим медведя второго. Второго медведя смотрим, быстрее.
У нас целая очередь аниматроник, надо посмотреть всех, успеть всех посмотреть. Чем быстрее, тем лучше. Так, второго давай. Он придет справа. Ну ты видел, да, сидел там в темноте, такой приныкался. Уже? Здорово, медведь, ты пришел, смотри. Давайте, скримак. Раз, два, бэм! Но это было не страшно. Это было не страшно. 10 секунд. Вот молодец, медведь. Медведь молодец, пришел быстро, четко, красиво, по расписанию. Все, молодец, спасибо тебе, медведь. Мы посмотрели твой скримак, он классный. Он, конечно, очень классный, но иди ты, знаешь куда. Иди ты, до свидания. Так, смотрим теперь Фокси, которого мы, кстати, нам его добавила Диди, хитрожопая такая. А я вообще, ну, в офиге сижу, думаю, как так, два аниматроника, я одного ставил, что за фигня. Оказывается, вот оно что, Диди хитрожопая. Ладно, мы его видели уже, он стоял, он походу ждет чего-то, он чего-то ждет. Наверное, гитару, да, но у него будет не гитара, у него будет что-то другое, надо посмотреть, что у него будет. Ладно, ждем его, сейчас он придет. Он сейчас придет. Он сейчас придет, и мы на него посмотрим получше. Но это был Фокси, по-моему, это был Фокси, если я ничего не путаю. Давай быстрее, слышишь ты? Вот ты-то не подводи, ты-то пришел вместе с медведем, значит, ты быстро приходишь, давай. Я тебя поставил, на 20 тебя поставили, понимаешь, тебя поставили на 20, ты должен прийти быстро. Быстро, четко, красиво, давай. Приходи, не перди, там еще, да, 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 ага, 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 ну и где ты? Во, пришел ля, пират, а, у него шапка пиратская, я ору. Тихо, что найти надо, что найти, спокойно, 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 тихо, ищем, ищем, пока нас не убили. А я не знаю, а что тебе искать-то надо? Так ничего нету, алло! Ничего нету, придурок ты! Нечего из... А все, до свидания. До свидания, да, друзья! Ты что себе осьминога в голову запихал, я не понял? Я тебе отвечаю, у него осьминог в башке. Это как в «Пиратах Карибского моря» был мужик со осьминогом. Ну, да, типа... Ну, в какой-то части там была. Был мужик, короче, у него рожа осьминога, враг там был, злодей. Покоритель морей, то Фокси тоже такой, знаешь, он теперь у него осьминог в башке и шапка пиратская. Молодец, приоделся, перехорошился, красавчик. Скример мне понравился. Смотрим марионетку, а потом всех сразу. Потом всех сразу одновременно будем, будем страдать. Будем страдать с тобой и нас будут убивать аниматроники. Очень криповые, страшные, супер кошмарные, мега уродские, упыряцкие, просто невозможно. Невозможно! Я поставил ее вообще, нет? А что-то никого нет. Она придет вообще, не марионетка. Она должна прийти. Должна прийти, будем ждать. Я буду смотреть в планшет, он смотреть на волка, на мистера пылесоса. Я по ним соскучился, ребята. Вот кто соскучился по FNAF 7? Давайте поставим лайки, завезем прям целую кучу и напишем комменты, что FNAF Play жив. Вот. Не, FNAF Play-то как бы по-любому жив. FNAF 7 жив, вот. Охренеть! Вот это да! Вот эта хренолыга пришла ко мне. Нифи, ты посмотри на... Ты посмотри на нее! Офигеть, у нее шипы сзади, она как ежик. Ты Соника пародируешь, и что с тобой? У нее же должны быть, где у нее руки, подожди. У нее во рту что-то, зубы, отвечаю. Так, секунду, она сейчас должна встать. Она должна встать и на меня посмотреть, давай. Ждем, она должна на меня посмотреть. И опять же, если тебе понравился этот мод, это последний аниматроник, кстати. Из добавленных, вы всех посмотрели. Если тебе мод понравился, и ты хочешь еще больше видосиков по модам, потому что модов очень много, там и с FNAF Air моды, и с любительских аниматроников тоже, если ты хочешь, чтобы я позаписывал для тебя модификации по FNAF 7 Ultimate Custom Night, то завози кучу лайков, давай выведем этот видос в тренд, он взлетит просто как на ракете в космос, это ютубовский, короче, и все, и будет много серий по модам, потому что модов много, серий будет тоже много, если ты опять же залайкаешь, закомментишь, короче, красиво все будет, и будет просмотр. Ля, даже марионетка радуется, смотри, она услышала, будет просмотр, будет лайки, ля такая, опа, где лайки? Просмотры, что, я тоже хочу. Ну, ради марионетки, ну, завези ты лайк. Ну, посмотри, как она на тебя смотрит. Все, завез. Все, завезли лайк, марионетка, можешь спать. Можешь спать, все нормально. Можешь спать и уходи. Вот и все, видишь. Обрадуй марионетку, в конце концов. А мы перезапускаем, потому что, знаешь почему? А потому что надо скримак посмотреть. Мы же не будем ждать до утра. Мы посмотрим скримак, как нормальные, адекватные игроки, собственно, во FNAF Ultimate Custom Night. Поэтому погнали. Скримак марионетки. Вот это будет очень интересно, потому что у марионетки как бы есть скримеры, но, блин, у кошмарной, супер-мега-отвратительной, ужасной марионетки я скримеров не видел. Сейчас мы его и посмотрим. То есть надо, когда она такая посмотрит на меня, да? Посмотрит на меня. Надо сразу, короче, будет открыть планшет и будет скримак. Надо подождать ее вот так. То есть мы такие сидим в планшетике, тыкаем все подряд, смотрим, тыры-пыры, в жопе дыры, короче. И сейчас придет марионетка, сядет туда и будет спать. Потом она проснется, и мы откроем планшет. И будет скримак, и все будет классно. И все будет классно, а потом просто... Вот она, вот, здравствуйте, да. Все, ждем, пока она проснется. Спокойненько такие, просто никуда не торопимся. Просто спокойненько собираем монетки. Нам же делать нечего, все равно.
Вот сейчас она проснулась. Просто здорово! Ха, Мариетка, ну ты хочешь лайк? Видишь, улыбнулась. Хочешь лайк? Все, давайте мы вот так делаем. Раз, два, три. Скример, покажи! Какая она веселая. Она просто веселая, я не знаю. Она просто веселая марионетка. Все, все, что я могу о ней сказать, веселая марионетка. Теперь, друзья, мы ставим всех криповых, ужасных, упырятских аниматроников. Так, это надо слева-справа маску одевать. Здесь надо просто маску одевать. Здесь надо спринтрапа закрывать. Тут надо двери закрывать. Двери закрывать, значит, здесь надо, короче, гитару искать. Вот этот нас убьет 100%, потому что я ничего там не нашел. Но мы попробуем, попробуем. Все, все, толпа максимально криповых упырятских аниматроников против одного FNAF-плея. Я не знаю, как я буду спать ночью. Эти дебилы будут сниться мне в самых страшных, отвратительных, ужасных кошмарах. Я тебе говорю, я не смогу спать. Я не смогу спать, я выключу вентилятор, потому что мне жарко. Но иначе, если я не выключу вентилятор, просто закончится электричество, и нам жопа будет. Поэтому, как бы, такие дела. Надо выключить вентилятор. Надо, короче, когда я буду... А что сложно-то? Сложно-то что? Что сложно-то будет? Вроде ничего, да, сложно не будет. Не, ну пока живем, нормально. Никто не идет. Что такое? Опа! Чекуха пошла, ля-ля-ля, пошла вон нафиг. Это я такой сразу, знаешь, зачем? Это я, чтобы мало ли кто-нибудь придет, а я такой раз закрыл, и все. И без проблем вообще. Ну окей. У нас как бы электричество особо не тратится. У нас все нормально. Вот главное, если придет этот упырь, который вот этот вот упырь, он самый, короче, ну кто там самый упырь? Это со осьминогом на башке, Фокси. И если он придет, это все, это ГГ. Потому что там что-то надо найти, но я ничего не нашел. Я реально, я все камеры обошел, ни хрена там не нашел. Вот что там искать, а кто его знает? Только он и знает, он. Давай батарейки мне. Давай мне батарейки, слышь? Батареечки. Power 2. Ага, спасибо. Так, раз, два. Там был спринтрап. Я. Ай-яй-яй-яй. Спокойно. Спокойно, я закрыл. Да вы хорош ходить то сюда, идиоты. Так, подожди. Секундочку. А чё, он постучался, нет? Постучался, всё нормально. Тихо. Раз, два, три, четыре. Красиво. Открываем. Все нормально, я думал разучился играть. Нет, живем, 2 часа ночи. 2 часа ночи, эта ночь будет затащена, если только не придет упырь. Здрасте. Чайкуха, здравствуйте. Сегодня меня кусать нельзя. Меня сегодня кусать нельзя, я сегодня под защитой, я не знаю, своих подписчиков. Что лайки понаставили, значит, все красиво. Так, ну сейчас будет 3 часа ночи, мы живем еще. Давайте, делайте ставки, кто меня напугает. Ну, как бы, тут очевидно, по-моему, что меня напугает кто? Пират Фокси, потому что, ё-моё. Он что-то хочет, чтобы я нашел, я не знаю, что ему искать. Ну, надеюсь, не вот этот пират Фокси, я надеюсь, другой пират Фокси меня напугает. Давай, слышь, раз, два, три, оп-оп-оп-оп-оп. Не пришел пока. Главное, быстро, короче, туда-сюда открывать, чтобы он... До свидания. Спринтер пришел такой, смотрит на меня. Ты что, пришел на марионетку посмотреть? Не, она тебя не ждет. Она тебя не любит и не ждет. Все, отстань. 3 часа ночи. Слушай, ну если я пройду это с первого раза, ну это будет, ну это 1 000 000 лайков будет. Да, как бы и так будет 1 000 000 лайков, да быстрее, давай. Главное, чтобы не пришел этот пират Фокси, иначе он заруинит нам сраную катку. Она и так уже обречена на провал, но блин, если он еще придет, это все, это конец. Это ГГ, это полная жесть будет. Давай ты не придешь сегодня. Давай ты будешь хорошим Фокси и не придешь. Потому что я этого дела не надо мне постоянно. Ой, что ж такое-то? Пришел, нет, не пришел. Тихо, 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 иди в KFC. Иди в KFC, пугай клиентов. Тебе самое то прям. Тебе даже костюм надевать не надо, у тебя уже все при себе, да? Слушай, а Чика постоянно ходит, а Бонни там что, морковку жрёт, что ли? Не надо, вот не, у меня много электричества, не буду я да, лишний раз рисковать. Оп-оп-оп-оп-оп. Красиво. Фу, Фокси не приходит, прям везет сейчас, везет. Главное, чтобы еще Диди эта противная не вылезла. И сейчас она вылезет, начнет петь свои тупые песни, то это все. Это все, это фейл. Так кто такой? Так, это Бонни. Бонни, здорово. Уходи. А, ну они вдвоем приходили, там еще Чика была. Тихо-тихо-тихо-тихо. Раз, два, оп-оп-оп-оп-оп. Ой, как хорошо. Марионетка спит. Я вообще, у нее сон час. У Марионетки сон час, она хочет спать, я не знаю. Главное, надеюсь, я завез 1 000 000 лайков, потому что надо видос вывести в тренды. Зачем? Для того, чтобы было больше видосов по, собственно, модам FNAF Ultimate Custom Night. Ага, там был спринтрап, ничего. Так-так-так-так-так-так-так. Раз, два, три, четыре. Опачки! Главное, чтобы без вот этих вот фокусов. Слышь, Фокси? Главное, без фокусов. 5 утра. Мы должны затащить с первого раза, друзья. С первого раза сейчас, прикинь. Да не, не может. Не может. Это нереально. Это нереально. Это impossible. Куда пошел? Ну-ка, нельзя. Улетай нахрен. Улетай отсюда. Так, сейчас та-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 
бы 1 000 000 лайков.
должны уже быть под видосом, потому что я с первого раза прошел. Я тебе сейчас расскажу такую историю, слышь, как я с первого раза прошел. Ага. Все. Тихо. Опа, очки! Ха! Ля! Красиво! Ля что-то делал, а? С первого раза просто ни одного скримака. Просто четко, красиво, дерзко, идеально. Все, пройдено. Отлично. Ну что ж, друзья, мы посмотрели с вами всех новых, ужасных, максимально страшных аниматроников, которые, надеюсь, не будут сниться тебе в кошмарах. А если ты не хочешь, чтобы они снились тебе в кошмарах, то не забудь поставить лайк, потому что тогда тебе будут сниться только самые крутые сны, которые ты заслуживаешь. Ну а на этом будем с вами прощаться. В общем, мы посмотрели новую модификацию для FNAF 7, и выглядит она реально круто. Скримеры все отличные, скримеры интересные, страшные. Меня даже Бонни напугал вначале, я этого не ожидал. А ты пиши в комментариях, обязательно пиши, какой из этих 8 аниматроников тебе понравился больше всего. А мы с тобой увидимся в следующих сериях. Сейчас всем удачи, ставьте лайки и всем пока!